«Чудеса на змеином болоте» – так называется спектакль, который артисты областного театра покажут маленьким жителям нашего города. Историю со столь знакомым сюжетом, как царь с царицей любимой дочки жениха выбирали, обещают рассказать современно, остроумно и увлекательно. Герои постановки – храбрые, находчивые и сильные. Они преодолевают трудности и доказывают, что любовь, честность и доброта всегда побеждают зло и несправедливость. Нужно только верить. Начало спектакля в 12 часов 30 минут. Ну а вечером в театр приглашают взрослых артисты из столицы Заполярья. Разыграют на сцене ДК «Металлург» комедийный детектив «Сочельник в Манхэттене». Сюжет пьесы Вячеслава Денисова лихо закручен и еще раз доказывает, что в этой жизни возможно все. Убедиться в этом и главная героиня постановки Кэрри. Успешный адвокат проведет сочельник в компании с агентом ФБР, киллером и странной семейной парой. Хотя участникам событий не до веселья, спектакль, как обещают, будет смешным. Начало постановки в 19:00.